Средняя зарплата в республике выросла по итогам полугодия на 8%. Самыми высокооплачиваемыми по-прежнему остаются финансовые и IT-сектора. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост зарплат сложился в пределах 5,3%. Такие статистические данные содержатся в материале Министерства экономического развития ПМР. Единственной отраслью, где зафиксирован спад по итогам полугодия, стало лесное хозяйство. Зарплаты бюджетников в первом полугодии по-прежнему были меньше, чем в частном секторе. Так, размер средней зарплаты во внебюджетных организациях составил около 5700 рублей, бюджетных – 3100. Однако темпы прироста зарплат в бюджетной сфере, напротив, были почти в два раза выше, чем в коммерческой. Самый высокий уровень оплаты труда, как и ранее, отмечается в таких секторах, как электро- и радиосвязь – до 11 тысяч рублей. Банки и кредитование, страхование – 7-8 тысяч.